«Когда мы едины, мы непобедимы». В День России в Самаре выступили лучшие творческие коллективы. Всех жителей области с праздником поздравил глава региона Дмитрий Азаров. Я от всей души сердечно поздравляю вас с праздником, с Днем России! Наша прекрасная страна велика, горделива, величественна и победоносна. Так было, так есть и так будет всегда. В праздновании Дня города приняли участие около 100 тысяч жителей. Половина из них собрались у ладьи. Ближе к 10 вечера людей на набережной стало еще больше. Многие специально пришли ради фейерверка, который длился целый час. Спасибо всем организаторам. И правительству нашему, и Дмитрию Азарову, всем нашим самарцам большое спасибо. Очень. Мы вообще в восторге. Просто великолепно. Замечательно. Всем понравилось. Небо над рекой Волгой раскрасили десятки тысяч ярких залпов, запущенных с акватории реки. Мастера пиротехнического дела удивляли жителей и гостей города. Красочные залпы гремели под музыкальное сопровождение. Мэри Елчан, Максим Гусев, события.